Автоматические рампы, снайперы и машины. Это будет очень крутой новый режим. Такого вы точно не видели, поэтому обязательно ставьте лайк, чтобы меня поддержать. Мы же старались специально для вас. Приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья, с вами Юра, Ждиской армии, сегодня у нас снайперы против тачек. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет, ребята, и на машинах, что, мы сможем сегодня победить, да, как думаете? Я не знаю, конечно. Доехать бы еще нормально. Да, да, а то тут дискачи всякие, которые ютуберы. Да, блин, что, автоматик, я убил. Меня убил! Меня! Что? Что? Что это было? Я убил, но тут вообще шансов выжить нету. Они просто попадали сами. Капец. Чего? Вы посмотрите, слева столбик, сразу просто трупов целая толпа. Юр, понимаешь, тебя не убили, а меня сразу же убили. Люди ожидали меня там видеть. И к тебе навстречу летит кто-то. Там очень легко попасть в эти штуки, там контейнеры на нас, да? Ну как, я не знаю, меня еще до сих пор нормально не кинуло, я, короче, нормально будем прижиматься к стенам, будем эпичненько творить всякие делики. Оу, пацану повезло, ты видел, да? Да. Ладно. А там хотя бы снайперки тяжелые? Да, снайперки тяжелые. О, я не долетел, там пацаны просто давят его, просто толпой. Да, он не пал. Надо у стены стоять. А там интересно, наверх можно запрыгнуть, нет, ребят? Не, нельзя, она высокая слишком. А если это, один подсядет, а второй сверху на него? Это что такое? Понятно, ваш просто полетел вниз. Куда ты летишь? Я не знаю, она у меня еще ни разу прямо не прыгнула. Ни разу. Это косячная авторампа, да? Просто косячная. Я не знаю, она ни разу прямо не прыгнула. Либо это зенторик неправильно, либо я криво руки. Скорее всего, зенторик. Потому что прям мне четко между глаз всадили. Давай, с разгона. Вот. А прижимайся. Мило, четко вот. В этой ущелье четко меня. В правой стене прижимайся очень. Во-во-во, да-да-да. Хорош! О! Да! Нифига, я его вытолкнул, как эпично просто! Красиво. А, нормуль. Короче, парни, нам нужна какая-то особенная тактика, чтоб нас не убили, а это очень легко им, как я понял. Убить? Да. Да. Чует мое сердце. Это последний раз. Нам, да. Надо с краю как-то стать. Я придумал, у меня хороший план. Я стою хорошечно. Так, нужно как-то... Что? Что, убили? Машина пролетела. Вау, вот это да, вот это круто. Что, что, что? Мимо меня, прижмитесь на Q к стене, они мимо пролетают. Да, 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 офигенно, офигенно. Так, пацаны не спадут, я еще живой. А, не попал. Косой, косой, я тоже в него не попал. Желтое такси. Голубоглазая, не попали, не попали, просто... Вези, вези. Сейчас перезаряжайся быстрей. Оп, минус, один не попал. Где, так, где, да, где, где? Люди. Так, никого так, нет, парень, отлично. Ты косой. Отлично. Обалдеть. Они к нам летят, они сейчас не к вам летят. Так, понял. Да, я в центре, я смотрю тут, что происходит. А я с краю слева. Они убил! Минус один, отлично. Хорош, хорош. Так, еще один сзади. Вот розовый пот. Чувачка нужно, да. Да-да-да, розовый, он удрал. Да. Блин, ребята, опасно вообще, ну круто, это что-то новое. Дискач опасно, да? Вау! Ой! Ой! Опасно! Согласись же! Ой! Так, мне бы сейчас как-то кого-нибудь. К нам не он залетел? Нет, к нам не он залетел, лег на крыше, и мы его убили, потом добили. Никого! Отлично! Сразу видно мастер КС-ки. Вообще пипец, это что такое? Ой! А! Ой! Еще! Вот она цель. Это просто моя цель. Пацаны, топ! Мы убили чувака, который к нам залетел. Тачка у нас. Отлично, ну хотя бы так. Они сейчас к вам. Ой-ой-ой, выбрали цель. Ваш... Они сейчас все летят к вам. Сейчас просто все летят к вам. К нам никто не летит. Я пока никого не вижу. Все сзади, один снизу нас. Дай машину его взорвем, она уже дымится начала. Да-да-да, можно. Она горит. Но он свалил, короче, менять. Я, короче, могу сделать по-другому. Как же? Ты что там делаешь? Ты перебираешься с одного балкона на другой? Что было? Я его сейчас тормозну, а вы стреляете. Кто-то машину из наших взял? Нормально. Да, я. Все, план капкан. Сейчас он выйдет, я его, короче, этот подрежу, давай, вы его мочите. Тактика галактика от Юры, сейчас она будет действовать. Вон он поехал. Вот знаешь, как этот? Ну как, террорист. Юра, как съездил? Так, вы меня не пристрелите. Вообще не смог никого остановить. О, так, сейчас будет минус. Я чуть не прыгнул, своего бы скинул, я бы орал просто. Блин, пролетел мимо. Я думал, он к нам полетит хотя бы. Ну ладно. Так. Будем ждать. Что с тобой будем делать, песос? Выгоняй его к нам. Выгоняй его сюда. Сейчас я его... Ой, у меня покрышки нету. Чего? Наши, наверное, тебя перепутали с врагом.
Ничего, Юра, дави его, он сейчас выходит. Оставь его нам, оставь его нам, мы же тоже хотим это мясо попробовать. Оп! Блин, он меня давит, ребята, он меня давит. Все плохо, все плохо. Залетный Юра. Сейчас я тебя спасу. Убил. Отлично. Все сработано как надо. Ну чё, выжить можно, нельзя, я не знаю. Я не знаю. Тоже выжить можно, но если повезет. Растерянная тактика тут. Такое, да. И высовываться нельзя сразу. Так. Нужно еще успевать действовать. Прятаться. Блин. Вот это, кстати, насчет прятаться, это ты правильно сказал. У нас пацаны просто в стену. Пристань. Как я жив остался? У меня... Персонаж дебил, не прислоняется к стенке. О, можно при... Чего? Я упал. О, на, я блин, вижу, два, вы друг на друга упали, вдвоем, я вижу. Нет, блин, держись. Ты чё? Там сверху остались люди, я жив. Юр, ты жив? Ты хоть раз попадал как надо? Да, попадал. А ты чё, не жмёшь? Я, да, газ. А, и все, больше ничего не надо? Да, я просто прижимаюсь к стене, которая нас вела, создатель сделал. Воу! Просто машина перебирает. Я возле скорпиона пролетел, не задел, ему повезло, нереально. Шевелимся аккуратно, парни, и по-любому не ожидают увидеть там две машины. Во, сбил! Сбил же! Нет, он жив. Вот это было, блин, если бы я его сбил, было бы так красиво. Так, кто тут самый главный песос? Самый главный песос, это тот, кто это сказал. И сейчас он умрёт. Мы, короче, в встречку врезались, да, вместе все. Парни, вы что делаете? Нам нужно побеждать. Надо как-то их выцепить. А ты можешь сказать, с каких сторон они стоят? Хотя бы слева, справа? Один слева. Один самый крайний стоит. Да, вижу. Да, да. Они по-разному, по краям стоят. Опа! Разным. Отлично сбил, да, по-моему? Нет, как бы. Никого не вижу. Он и не упал, понимаешь, никого, я никого попал, не вижу. Он не упал. Вот самая левая дорожка, она прям идеально сделана. Там ни разу я не фейлился. Так они все там нормально сделаны. Не-не-не-не-не. Ну вот. Так, не врезаться. Не врезаться. Ой, да, там пацаны просто летают не по-детски. Да, да, да. Так, берем разгон, действуем очень грамотно и нельзя ошибаться. Вот так. Сюда. Налево. Вот сейчас должен попасть. И, меня сейчас убьют. Спасите меня убьют сейчас. Ты заметил, я никогда не долетал как бы мягко. Я все у меня машина горит, я умру вместе с ним. Он упал. Здравствуйте. Красава, убил кого-то. А нет, он сам себя убил. Ну пофиг, ой, уже хорошо. Спасите меня, машина взорвется сейчас, нет. Мы за снайперов побеждали это всего раз. Так что сейчас у нас все шансы есть. Ой, меня спасли, машину выкинули. Я остался в живых сверху, обалдеть. Сбил? Да, сбил. Супер. Отлично. Ой, Юра, вот мы затащили сейчас. Я выжил. Красиво. Просто круто. Круто, просто круто, круто, чувак, был, круто был. Уважаемые дамы и господа, в связи с техническими проблемами мы дальше снимать не будем. Но да. Это не точно. Юра, тебе везет, мне все время достается тёлка, со мной стоит девушка, как бы. Мне повезло больше. Ну, плохо, что ли? Хорошо. Когда есть тёлка, уже хорошо, да. Это уже хорошо, да, согласен. Так. А к стене прижаться еще лучше. Ой! Прижмись. Ой! Парень. Какой же тупой. Обалдеть! Скорпион, мудак, не толкает. What the fuck? Между вот нами три машины пролетело, я выжил. Между нами тоже две. Одна. Диска ко мне прыгает. Уйди ты. Фа! Нет, меня зацепил! Диска зацепил, подонок! Я не знаю, как это произошло. Друзья, попробуем пробраться в эти яйцеклетки на наших машинах. Действительно. И победить. Это основная задача. Таких... Блин, вот эта рампа, она прям прикольная. А я первым не поеду. Я не дурак же какой-то. Додик какой-то. Пока, метода. Так, нам летят. Вы уже решили ехать первыми, что ли? Вот эта авторампа, она прям классная, прям такие эффекты, как в фильме. Обалдеть, Саш... я пролетел красиво между, но никого не зацепил. Опа! А я зацепил кого-то? По-моему, да. Ну это хорошо, а значит, ой, это хорошо. Это что такое было? Уже начало положено хорошее, но никто не упал, а это плохо. А, пацан, ты меня просто под открытый огонь выставил дурачком. Тихо. Откуда прокачанную ламбу, откуда? У человека. Не знаю. Здорово, пацаны! Бум! Не знаю. Ох, ты, Юра, ты девушку сбил. Ой, меня целится. Ой, бедная бабёха. Меня вообще выкинуло, так как... Блин. Я перевернулся. Нет. Я тоже опасно стою. Переверните, парни, помогите. Ты где? Ты? А, вот. Это ты желтый? Тихо. Желтый я. Желтый. Ой, солнышко. Мне покрышку пробили. Ромашка, я добрый человек. Не убивайте меня. Я жив. Быстрее вставай, там еще один летит. Ты все еще живой, окей. Еще раз меня сбили. Три раза подряд сбили. Дискача просто карма, понимаешь? Надо помочь дискачу, надо помочь умереть. Он все время умирал, теперь время выживать. Хорош, не надо, мне реально надо. Ух, блин, там близко было. Бум!
А дверь, пожалуйста, не знаю, зацепил, нет? Не меня, нет, и вы там нашего просто... Так зацепили кого-то. Я не знаю, убиваю я или нет. Я не знаю, что мне делать. Что за больной режим, Юра, ты что делаешь? Ты меня подрезали. Что? ДТП. Бери стабельку, дурак. Так, этот не долетел. Бу! Блин, между пролетел. Не сбил. Просто а я сбил. Обалдеть, красавчик. А я... Да не сбил. Нет. Ну, я попал по комблин, меня не убил. Диско, иди нафиг, просто ты кружил. Ты так жестко кружился, я по тебе попал. Я просто... Ребят, я и перевернуться не могу, по мне сейчас попадут и убьют. Ну все, все, блин, по мне начали. Блин, мне пацан помешал свой же, что меня происходит вообще? Да как, че вы не умираете? Вон, пацаны просто вытолкнули, как, не знаю, пробку из затычки какой-то. Да, не сидят ничего. Дискач реально сегодня выжимает. Ну, не сегодня, а сейчас. Да, блин, что ж такое, у меня оружие меняется. Давай, бери винтовку. Что происходит? Что происходит, дурачки? На тебе! Нет, я выкатился, блин! Почему я выше нормы пролетаю? Мне Рофля помог. Это хорошо. А тебя я сбил или Рофля все-таки добил? Рофля его сбил. Нет, сбил походу я. А сбил ты, может, а машина Рофли. Этот, если бы Рофли не был, я бы не выкатился. Помощь в убийстве? Серьезно? Серьезно мне дали помощь в убийстве? За что? Ты что, катался тут? Блин, Мира, как ему повезло, да, это я. Арми, был. Давай, не собьешь ты лох. Ну, да. Ты офигел? Иди нафиг. Сам ты лох, он стал, он просто плоский, худой, он не ел ничего. Я не знаю, как это делать, ребята. Тут реально худой. Рядом, сбил, достал его. Красава, вот это победа, очередная победа. Отлично.